Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед от американской торговой марки Cannondale. Модель называется Trail. Серия 7. Trail 7. Данный велосипед имеет размер колеса 27,5 дюймов, относится к классу горных велосипедов МТБ. Ну, более детально следующее хочется сказать. Это велосипед достаточно легкий, весит он 14,5 кг, тормозная система гидравлическая, ну и колеса, как я говорил, 27,5 дюйма. Ярко выраженный протектор горного велосипеда позволяет уверенно ехать на трейле с 7 по бездорожью. Покрышки достаточно мягкие, поэтому и по асфальту ехать будет достаточно комфортно. Покрышки широкие. Покрышки позволяют устойчиво ехать по пересеченной местности. Ширина покрышки 2,25 при диаметре колеса 27,5 дюйма. Тормозная система, как мы видим, гидравлическая, от торговой марки Shimano. Вилка идет Santur XSM 30 с ходом 100 мм, у которой у вилки есть регулировка справа и слева пружины. Позволяет на 2 см зажать внутри пружину для того, чтобы увеличить отскок. Ну, это при высоком, большом весе велосипедиста. Рулевая здесь идет конусообразными подшипниками, достаточно уверенный, надежный узел, который позволяет сделать более жестким саму раму. Руль, как мы видим, гидроформированный и широкий. Широкий руль позволяет уверенно ехать на пересеченной местности. Чем шире руки, тем проще управлять самим велосипедом. Тормозная система, как я говорил, гидравлическая, а монетки, моноблоки совмещены с тормозом и переключатели совмещены с тормозом. В одном наборе идет. Спереди у нас соотношение передач 3, сзади, спереди 2 передачи, сзади 9 передач. Также стоит отметить, что тросики спрятаны в раму. Не просто в раму, а начинается сразу с рулевой. Здесь делает это возможным конструкция рамы, что позволяет меньше дребезжать самим тросиком. Это, опять же таки, фишка самой торговой марки Cannondale. Делать так, как не все. Спереди стоит шатун на 2 звезды с возможностью легко переключать. Переключатель стоит уникальный, он подводится к самой раме, тем самым жесткость узла повышена. Передняя подводка переднего переключателя делает более комфортным настройку самого переключателя. Сзади у велосипеда переключатель Altus на 9 передач, так как кассета сзади стоит 9-скоростная. Как мы видим, спицы черного цвета, и они нержавеющие. Тем самым комфортно и красиво выглядит велосипед. Как некоторые говорят, full black, все черное. Рама черная, спицы черные. Сам велосипед очень красивый. Также у велосипеда есть возможность установить багажник. Специальное отверстие на раме. Раз и здесь два. С одной стороны и также два отверстия с другой стороны, что позволяет из горного велосипеда превратить велосипед Trail 7 в дорожный. Данный велосипед легко позволяет регулировать высоту седла. Педали идут пластиковые. Велосипед Trail 7 27 дюймов колесо имеет в раме М-ку в высоту верхней трубы. В месте, там где мы хотим примериться, достаточно ясно. 77,5 сантиметров. Это высота от пятки до паха, нужно учитывать, какая должна быть у велосипедиста. Данный велосипед на рост от 1,70 м до 1,75 м, плюс-минус 5 сантиметров. Это всегда зависит от антропометрии самого велосипедиста. Если вас заинтересовал этот легкий горный велосипед Trail 7, звоните в наш магазин. Наш магазин всегда рад будет вашим отзывам. Оставляйте отзывы у нас на сайте. Понравился видеоролик, оставляйте, подписывайтесь на наш YouTube канал. Всегда будем рады вашим отзывам. Да и вообще, до скорых встреч!